В Лиге Европы состоялся второй тур. Прошли матчи в 8 группах, рассказываю результаты. В конце будет список лучших бомбардиров. Группа А. Фрайбург в центральной встрече проиграл Вест Хэму 1-2. Англичанам в последних трех играх удалось обыграть Ливерпуль, Шеффилд Юнайтед и Фрайбург. Бачка Топола вырвала ничью у Олимпиакоса 2-2. Греки ввели по ходу матча в 2 мяча 2-0, но на 72-й минуте получили удаление и в итоге упустили победу. Таблица. Вест Хэм 6 очков, Фрайбург 3, Олимпиакос и Бачка Топола 1. Расписание. 26 октября Олимпиакос, Вест Хэм и Бачка Топола сойдется с Фрайбургом. Переносимся в группу Б, где французы и голландцы упустили победы. Марсель Брайтон 2-2, бразилец Жоао Педро с тремя голами стал лучшим бомбардиром турнира, Айк Аякс 1-1. Таблица. Айк 4 очка, Марсель Аякс 2, Брайтон 1. Расписание. В третьем туре Марсель сразится с Айком, а Брайтон с Аяксом. Результаты группы С. Витязь Спарта 2-1, Арис Рейнджерс 2-1. Интересно, что в обоих матчах был гол на 9-й минуте, а сейчас таблица. В этой группе все команды набрали по 3 очка. Кроме того, у всех нулевая разница голов. Расписание. Спарта ждет в третьем туре Рейнджерс, а Арис Бетис. Группа D. Спортинг Аталанта 1-2. Аталанта увеличила беспроигрышную серию во всех турнирах до 5 матчей. Раков Штурм 0-1. Таблица. Аталанта 6, Спортинг Штурм 3, Раков 0. Расписание. 26 октября Штурм против Аталанты, а Раков против Спортинга. Переходим к группе Е. Ливерпуль Юнион 2-0. Ливерпуль забивает в своей 25-й игре подряд. Последний раз команда Клоппа уходила с поля без голов 6 месяцев назад, когда сыграла с Челси 0-0. Тулуза Ласк 1-0. Таблица. Ливерпуль 6, Тулуза 4, Юнион 1 и Ласк 0. Расписание. В следующем туре Юнион сыграет с Ласком, а Ливерпуль с Тулузой. Группа F. Вильяреал обыграл Рен 1-0. Макаби Хайфа, Панатинайкос 0-0. Таблица. Панатинайкос 4, Вильяреал Рен 3, Макаби 1. Расписание. В конце октября Вильяреал примет Макаби, а Панатинайкос Рен. Два крупных счета за фиксера в группе G. Рома Сервет 4-0. Пелоти забил дубль, а у Пеллегрини гол плюс пас. Славия Шериф 6-0. Чешский нападающий Хитил забил 2 мяча. Славия 7 матчей не уступает никому и нигде. Таблица. Славия Рома 6, Сервет Шериф 0. Расписание следующих 2 тура. Рома сыграет со Славией, а Шериф с Серветом. Восьмая группа H. Хекин Карабах 0-1 и Молде Байер 1-2. Таблица. Ситуация аналогична с предыдущей группой. Две команды набрали по 6 очков. Это Байер и Карабах. И 2 с нулем. Молде и Хекин. Расписание. 26 октября увидим встречи Молда и Хекина и Байера Карабаха. Жоао Педро из Брайтона, автор 3 голов, Уорд Проуз из Вестхэма и Арид из Марселя имеют по 3 паса. А сейчас я вам рекомендую результаты второго тура и положение в группах Лиги Чемпионов. До скорого на спортивном!